Всем привет, меня зовут Александр Панчин, и как вы могли заметить, мы живем в достаточно тяжелые времена, когда «Битва экстрасенсов» — это одна из самых популярных телепередач, когда нам продают всякие разные сахарные пустышки под видом лекарств, когда в Академию наук проникают там, гомеопаты, теология становится научной специальностью. В общем, все достаточно тяжело. И именно в такие времена, как мне кажется, очень важно, чтобы существовала какая-то тусовка, какое-то сообщество людей, которые занимаются и рассказывают про нормальную, хорошую науку без всего вот этого вот мракобесия. И проект «Курилка Гутенберга», как мне кажется, он в этом плане совершенно замечательный. Там очень много интересных лекторов рассказывают людям про науку, и при этом они создают сообщество. Вы можете прийти в лектории, вы можете послушать лекции, пообщаться с другими людьми, узнать что-то новое. Курилка существует в очень большом количестве самых разных городов, и они делают записи, они выкладывают их в интернет. И как лектор Курилки я еще хочу отметить, что этот проект делает совершенно, ну, такую замечательную работу в плане организации научно-популярных мероприятий. Это всегда очень комфортно прийти и выступить, рассказать что-то на всех этих мероприятиях, и поэтому я, безусловно, всячески поддерживаю эту деятельность. И вот сейчас Курилка Гутенберга, она проводит краудфандинг. Для чего нужен этот краудфандинг? Ну, понятно, что где-то нужно более хорошее оборудование, чтобы снимать более хорошее качественное видео, делать более хорошую трансляцию. Вот такого рода расходы присутствуют, они неизбежны, а поскольку проект вообще абсолютно бесплатный и волонтерский, то есть люди не получают ничего за то, что они работают в Курилке, а люди ничего не платят за то, что они слушают лекции, то вот и возникает идея, как все это поддержать. Конечно же, краудфандинг. Ну и поэтому я бы хотел, чтобы, если у вас есть заинтересованность в научно-популярных выступлениях, и если вы хотите, чтобы они были в большем количестве, более интересные и в более хорошем качестве записи, то вот поддержите Курилку Гутенберга финансово, рассказав про нее своим знакомым, друзьям, приводите друзей на лекции, увлекайтесь наукой, ну и прибудет с вами сила науки.